Сегодня с рабочим визитом у нас в районе побывал президент Республики Башкортостан Рустем Хамитов. Он посетил объекты социального значения села Акьяр, побывал в деревне Илячево и Бурюбаевском горно-обогатительном комбинате. В конце своего маршрута он познакомился с активом нашего района. Более подробный репортаж о рабочей поездке президента выйдет в следующем выпуске новостей. 21 февраля в районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Глава администрации муниципального района Раиль Ибрагимов поздравил всех присутствующих с праздником. Прежде всего, от всего сердца поздравляю мужчин и всех военнообязанных с праздником, с Днем защитников Отечества. С праздником тех, кто знает, что такое воинская служба и предан ей до конца. Этот день является данью глубокого уважения ко всем, кто служил и сегодня служит Отечеству. После торжественной части прошел концерт с участием артистов Сельтамаксовой государственной филармонии. Ватанды хаклаусылар күні етуі айқанлы. Кісі юма күні ветерандар советы етекселігі тарафанан Ақияр ауылы білемеге ветерандарын ихтирам етіп тәмлі бүләктер еттілер. Ошо вақыт арағында оның түп геройдары, ғыш әм тыл ветерандары қадыр енді хегіденсі, тоғызансы тектелерін қоуып барған абрулы ил ағалары. Әмі несік кіні болмағын олардың батырлықтары ұнытылмай. Хабарсы біт артабан темыны дауам ете. Кең мүмкінліктер заманында яшайбы. Мақсаты ынтылышы болған һәр кем үҙенең бөтә хыялдарын тормошҡа ашыра ала. Әммә иң мөһиме тормошобыҙ тыныс. Быларҙың барыһы өсөн дә беҙ тәү сиратта ҡасандыр яу яландарында үҙ ғүмерҙәрен аямай еңеү яулаған ветерандарыбыҙға бурыслы, тип башланы сараны ойоштороусылар. Район хакимиәте башлығы исеменән, район һуғыш һәм хеҙмәт ветерандары советы исеменән һеҙҙе ҙур байрам менән ысын күңелдән ҡотлайым. Һаман да шулай итеп һау, тынғы белмәй, балалар менән осрашып, еңгәй менән оҙон-оҙаҡ ошо ғаиләгеҙ менән ҡыуанып, балаларығыҙға ҡыуанып, бәлә ҡазаһыҙ йәшәгеҙ, ошо бүләкте ҡабул итеп алығыҙ. Рәхмәт. Бөгөн ветерандарыбыҙ һәр ваҡыт йәмғиәт, етәкселек иғтибары үҙәгендә. Уларҙың йәшәйешен яҡшыртыу, мөмкин тиклем ярҙам итеү өсөн дә барыһы ла эшләнә. Мен үҙем инде мына 27-нсе йылда Акъюл ауылында тыуҙым. 44-нсе йыл хәрби хеҙмәткә һуңғы хәрби саҡырыш һалдаты тип йөрөтәләр беҙҙе. Вот. Шунан инде 44-нсе йыл армия сафына алынғас, беҙҙе Уфала 6 ай өйрәттеләр. Һуғыш нәйләренә, һөнәренә тигән һымаҡ инде. Шунан инде алыш көн сұғыш фронтына ұзаттылар. 9 августан 3 сентябрьге тере бірінші күн сұғыш фронтында участвовать еттім Япония империясына қарсы. Еңеу белән тамамландық. Ветерандар парадлы костюмдарын кейіп тә күрһәтте. Бүгенге көндә олатайҙарҙың йәшендәге кешеләрҙе хаҡлы рәүештә еңеүселәр быуыны тип йөрөтергә мөмкин. Сөнки ҡасандыр тапулар ил улдары еңеү яулап беҙҙең бөгөнгө матур тыныс тормошобыҙҙы алып килде. Ә инде уларҙың йәшәү дәртенә, тормошто яратыуына һоҡланырға һәм улар менән ысын мәғәнәһендә ғорурланырға ғына ҡала. Ғалия Хасанова, Фидарит Билалов, Зуфар Алибаев, Айнур Рахметов, Яңылыштар хеҙмәте. 19 февраля было проведено районное соревнование по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди людей с ограниченными физическими возможностями, приуроченное к месячнику оборонно-массовой работы, посвященной Дню защитника Отечества. Далее тему продолжит наш корреспондент. Соревнование началось в здании Роста с торжественного поднятия флага. В данном мероприятии приняли участие председатель районной организации общества инвалидов Мария Макилова, председатель ДАСАФ Файлил Дашбаев и представитель администрации Ренат Муртаев. Спорт для здорового человека – это, как правило, хобби, которому посвящается свободное время. Для людей же с ограниченными физическими возможностями занятие спортом – наиболее действенный способ активной реабилитации и восстановления двигательных функций. Культивируемыми видами спорта в районе являются шахматы и шашки, стрельба и тяжелая атлетика. Этими видами спорта занимается более 200 человек, членов общества инвалидов. Разрешите от имени главы администрации нашего района Ибрагим Раиль Хизмурат лично поздравить вас с сегодняшним праздником, праздником спорта. Поздравить с наступающим праздником 23 февраля. В этом году очень большие события. 70 лет как коренной перелом в войне был. И в
этих соревнований, вот, Мечник оборонно-массовой работы идет, и в рамках этого уже традиционно становится соревнование по стрельбе. Хорошо, пожелаю всем крепкого здоровья, чтобы победил сильнейший. Хочу всех поздравить с праздником. Скоро у нас у мужчин праздник. И в районе организуется, идет месячник оборонно-массовой работы. И вот, чтобы и наши инвалиды не остались в стороне, мы сегодня организовали для вас такое соревнование. Вот приехали почти все, я не вижу только Целинной. Остальные все приехали. И я желаю вам удачи. Всех ждут прекрасные подарки, которые готовил магазин «Техника». И, конечно, для вас будет праздничный обед. Вырваться за пределы четырех стен, пообщаться и определить самого везучего в стрельбе собрались люди с ограниченными возможностями разных категорий из разных сельских поселений. На соревнования пришел и Фатих Санбулатов из села Абубакирова. 20 февраль күнне үткәрелгән мероприятие, шул көн ихлас күңелдә матур көннәрдә үткәрелә бит инде. Әлбәттә, монда инвалидтарның конкурста катнашулары куанычлы. Һәр вакыт таланган шундай мероприятие үткәндә, без үзебез катнашабыз, яшьләргә үрнәк булам дип, аларга безнең һәр вакыт катнашып, актив яшәгәндәр өчен сәүдәле телебез инде. Предстоит еще многое сделать, чтобы физическая культура, спорт, туризм заняли достойное место в жизни людей с ограниченными возможностями, оказали на них благотворное воздействие, вошли в каждодневный быт. Так завершился турнир по стрельбе и определились победители. Итак, на третье место вышла команда Антинганского сельского поселения. Почетное второе место получила команда Федоровского сельского совета. Пальму первенства получила команда Акиулского сельского совета. Все участники остались довольны, никто не остался без приза, а в конце еще было организовано чаепитие для участников соревнования. Гульнас Ибрагимов, Федорит Балалов, Зуфар Алибаев, Айнур Ахметов. Служба новостей. В течение месяца в физкультурно-оздоровительном комплексе села Акьяр проходил турнир по волейболу. В соревновании приняли участие 19 команд с разных организаций района. Волейболисты, которые в обычной жизни работники различных сфер деятельности, сошлись в нешуточной борьбе для выявления сильнейших. Многие спортсмены – активные участники подобных турниров и отстаивают честь своих организаций не в первый раз. Задача у хабаровских волейболистов была одна – не ударить в грязь лицом перед болельщиками. Поэтому каждая команда в поединке старалась завоевать победу и сразу же включились в борьбу. Непростой поединок длился в течение месяца. Спортивный характер, упорная борьба делают каждую игру незабываемой. Организаторы турнира с увлечением наблюдали за ходом соревнований. Игры прошли ярко и в упорной борьбе. По итогам соревнований первое место заняла школа номер 2, второе место ФОК и третье место заняла команда «Ветераны». Победители награждены дипломами и памятными подарками. На этом наш выпуск новостей заканчивается, я с вами прощаюсь. В конце хотелось бы поздравить наших дорогих мужчин с Днем Защитника Отечества. Здоровья вам, счастья, семейного благополучия. С праздником вас, наши дорогие мужчины. Приятного вам вечера и хороших праздничных выходных. До свидания.